Ребята, всем здравствуйте! Добро пожаловать снова на мой новый видосик по РКД. И давайте РПХу отыграю. С вами я, Андрей Сухин. И мне привез из Питера братишка вот такую копеечку. А либо это ВАЗ 2101 копеечка. Вот, он где-то ее нашел в Питере, но бамперов нету, решетки нету. Спасибо на том, что хотя бы фары есть и номера на машину. Вот. Колеса, диски вот такие. И сзади номера и фары. Бамперов нету. И вот такой глушитель. Еще как-то странно, что в этой копейке стекла тонированные. Может быть, на ней кто-то уже ездил. Интересно просто. Вот. И также цвет какой-то такой необычный, ну, как на мой взгляд. Ну, и братишка привез эту копеечку, сказал мне, делай с этой машиной что хочешь, бапан, боевую классику, либо хочешь продашь, например. И я вот думаю, что из этой машины можно сделать уже свой мотор и прошивку, и коробку передач. Все мое я в эту копейку уже сделал. И также заезжал на эстакаду, проверял дно внизу, днище машины. Вроде как в порядке. Вот. Ну, дырок каких-нибудь... жучков. А, ну, там, видишь, машина, видишь, гниет, да, особенно вот такая старенькая Жигули, да. Вот. Ну, странно. Все в порядке. Вот. И как братишка говорил, это как тебе под новый проект. Ну, я думаю, да, возможно... И можно сделать что-то из вот этого и новый проект. Интересно, что из этой копеечки будет. И получится. Вот интересно тоже. Ну и лайк, колокольчик. И подписка, кнопочка. И в следующем ролике... Услышимся. И пока-пока.